Спасибо большое мини-отелю «Рандеву» и всему его персоналу. Наши гости остались очень довольны, и мы довольны тем, что мы нашли хороший ночлег для наших гостей. И нам не пришлось размещать их у себя в квартире на кухне или на балконе. Или в коридоре. Они долго ехали. Ну да, с Минска все-таки 600 километров, как-никак. Да, спасибо еще раз. Мы разместили их здесь, расположили. И здесь настолько уютно, настолько комфортно, свежее белье. Тишина, соседи не раздражают, просто все замечательно, все великолепно, нету лишнего шума. И мы, конечно, провели замечательно выходные с ними и даже не устали. Да. Спасибо. Спасибо.